Приветствую на канале Asmodee Play. Мы играем Dying Light или Dying Light, я уж не знаю, как по-английски это, как по-английски правильно она называется, потому что английским не владею. Ну и игра про зомби. Мы во второй части города уже. Процент прохождения у нас по основному сюжету. Давайте посмотрим. Я уж сам не знаю, сколько у нас. Где-то, наверное, под полтинник. 54%. Ой-ой-ой. Так, а мне что надо сделать? Найдите Майкла. Да сейчас. Так. Плывем, плывем. Майкла найти. Попробуем. Опа. Ну что, не получилось, да? Так, ладно. А это кто-то недавно зажег. Не сюда, значит, ага. Ладушки. Так, нормально? Вроде тихо должно стрелять. Ладно, поехали. Ты меня пугаешь. А как ты там оказался-то? Не расскажешь ли? Ладно, вин на вас. Так, найдите Майкла. Что у нас здесь? Все берем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, стримы я пока не вожу, потому что я человек общительный, у меня народу много, на паузу часто приходится ставить, плюс у меня еще есть дочь, ха-ха, которая мне усердно помогает. Стой, блин, допугали меня. Так. Это что у меня? Что за приступы? Давай. Открываем. Ну ты что там ходишь? Давай, берем. Так, черт, меня чуть не сожрали, чуть не съели. Че? Че ты здесь паникуешь? Рации, все, у тебя все есть. Че ты? Не понимаю. Инвентарь заполнен. Ну-ка, давайте посмотрим, что здесь. А, великолепный сюрикен, блин, от них избавиться побыстрее бы. Так. Ой, это мы оставим так. Это мы тоже оставим. Кувалда. Вот кувалду можно разобрать. Но тут, правда, и враги-то посерьезнее уже. Так. Тяжелый топор дровосека изменено.
Рабочий, просто рабочий топорик. Давай. Теперь тебя будем разбирать. Где ты? А вот ты и есть. Так. Что у нас там еще? Ключ гаечный, давай. А, разводной. Так. И что же мы тут находим? Так. Ладно, хватит помоечники здесь. Что-то не взял, да? Вот и я-то думал, что-то цен. Ладно. Давай, я хотел тебя напугать, Майк. Ладно, ладно. Трой рассказал, что ты придешь. Боже, хорошо, что она не видела, как я подскочил. Она не воспринимает меня всерьез. А ты что ли влюблен? А как в нее не влюбиться? Ты ее видел? Ты рискуешь жизнью среди толпы и полтоятых зомби, чтобы произвести впечатление на девчонку. Слушай, до эпидемии самое впечатляющее, что я смог, это выиграть конкурс по поеданию хот-догов хрестом. Так что я пользуюсь любой возможностью себя проявить. Понял. Отвял. Давай рассказывай, что надо делать. Ну, в общем, я пытался все сделать сам, но не смог пробиться через стены. Так, тебе нужно будет взять взрывчатку, включить газ в плитах и поместить заряды в определенных квартирах. И они сложатся какое-то изображение, и никто за пределами Хаттена не в курсе. Если они сумеют это объяснить, мы все... Так, короче, мы все охренеем. Так, но справа тебе надо на 10 этажей. Ни хрена себе, что ты меня задачил? Ну ладно, чё. Блин. Итого 4 штуки. Поехали. Блин, блинский. Уже выше надо. Какие-то корзины. Ай-яй-яй-яй-яй. Как мне сыкотно. Ой-ой-ой. Что-то приехал и никого. Давай, на 10 этаж, да? Поедает. Блин. Стараюсь. Даже так, что-то перекрыло шахту. Оп. Хей, хоп. Опять приступ. Так, ты в порядке? Да, пока да. Пока в порядке. Подыхаю, правда. Вот так в порядке. Не вижу еще ни хрена. Но я в порядке. Так. Так. Ага, по этим не могу. Надо выше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, блински. Так. Сколько он у меня? Так.
По урону-то, ну, урон огнем 515. Неплохой ножичек. Так. Пистолетный, так. О, инвентарь заполнен. Подожди. Стой. Полицейская винтовка. Бросит. Так, ну-ка вот здесь вот. Полицейская винтовка. Так. Вот и все. Где там пистолет? Так, чертежи. У меня на пистолете должно быть что-то. Я уж точно помню. Сейчас сразу сделаем из него хрен знает чего. Вьюга. Нет. Так, это какой-то вот малыш есть. А пока еще. Так. Пистолет, пулемет. Ну-ка. Огневая мощь 159. Так, а здесь. Где этот малыш? 159. Или это мой сейчас на данный момент? Вау, вот это вот надо сделать, точно. А, недостаточно места, подожди. Блин, что у меня тут выкинуто? Газовая труба, монтировка. Так. Блин, я даже не знаю. Французский. Ну-ка еще разок. Конечно, разобрать. А где чертежи? Где этот пистолет с виду вроде как хороший такой? Где ж ты, где ж ты? Который меня впечат. Консильери какой-то еще есть. Вот. Вот люпуса надо, короткий нож, вот люпус еще один сделать. Так, консиль. Что-то я увлекся, да, не то делаю. Не то. Вот он. Конечно, создать. Люпус, люпус надо, вот еще один короткий нож, да, значит, надо. Оп. Michael, I'm on the 10th floor. Great. Look for apartment. Так, подождите, а я могу как-то, где у меня пистолет, собрать? Какой-то я еще подавитель какой-то, не знаю. Сколько у меня вот он? 159. Боевой пистолет Волкана. Подожди, чертежи. А, нет, подожди, назад. Отлично, так. Собрать. А что я могу из него собрать? Заря? Нет. Ну, вот такой могу собрать. Вот такой могу. Так, какие-то грибы нужны. Малыш, нет. Вот такой вот. Вроде как. Подожди, я же не посмотрел, что у меня получилось. Ну также 159, ну что, разница как в чем? Точно скорострельность только, если. Плюсов я не вижу ничего. Так. 105. Какие квартиры, блин? Так, задание. Блин, поднимитесь, найти, так, размещить в 105 и в 106 квартирах. Понятно. Ой. Сто пять, сто шесть. На.
блин, туда идти надо. Так, давайте пойдем по одному, как в тире. Мне нужен короткий нож, короткий нож. Да их, если бы я знал бы. Правда, мне кажется, я сделал это тоже измощно. Из короткого ножа делал. Тихо. На. Так. А тихо ты. А, блин, чё вы вот... Где-то здесь надо разместить. Сто пять и 106, ну вот 105. Нож, вот Люциус так. Ага, вот первое есть. Okay, I'm done with the first apartment. Good work. Get to the next one. Так, теперь следующее. Так, подождите. Чертежи, где-то, где этот Люциус-то был? Перо. Так, сон богов, расправа. Так, припасы, топливо, так, пузырец, маслен, вообще не то. Буран, боеприпасы для бурана, а, кстати, боеприпасы для бурана, так, флуоресцент, грибы где-то, тебе возьму-то их. Вау, меч ночи. Вот неплохо. А, так его создать надо. Блин, я думал, он у меня уже есть. Из чего только можно его создать, из всего подряд. Так, а где у меня Люциуса? О, серебряные пули. Серебряная пуля. Залезла тихо в ствол. Дрожащий рот отправил. В желудок валидол. Давай. И ветер неспокойно. Шиверы старались. Так, перекованный тесак. О, хрен его знает. Даже не знаю, что сказать на эту тему. Так. Нет, мне надо именно. Так. Где ты? Так. Хрен пойми, что такое. Так, гном, мне. Ой, вообще этот. Вот он, Люциус. Люпс. А короткий нож. А у меня что, за просто нож? А надо короткий обязательно. А это что такое? Ну, длинный нож у меня есть. Давай. Поварской нож. Кто на меня? Дверь открыть. А если я по балкону перелезу? Тихо. Тихо.
Так. Что с тебя можно взять? Стой. А, вон оно что, Михалыч. Тихо. Вот так. Дверь закрывается? Не закрывается. Так, пистолетные патроны. Блин. Давай. Сделал. Так. Разместите взрывчатку 134-137. Тихо. Так, у меня тут гости, не подходите, ублюдки. Тебя схарчили? Так, пока не закончу, понятно. Ну чё ты? На! На! Да подожди ты! Блин! Это мне куда надо идти сейчас? Выше? Собачка, блин, собачку жалко. Уж кого, кого собачку жалко? Так, подождите. Чертежи. Давай. Аптечка. Вот аптечек мне точно надо. А то, блин, неохота остаться. Самый неподходящий момент без аптечек-то. На! Так, все нормально. Пробежали. Выше, выше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подождите, надо починить. Люпус. Чинить. Как хорошо. Еще разок. Так. Ой. Блин. Так. Спокойно.
где мне? Блин. Куда, куда? Туда, да? Там, где темно и страшно. Там, где всегда весна. Маленькая страна. Блин, 35 до 36. Так, в общем, наверх, как я думаю, надо подняться. Блин. А, хрыш, мать-то! На. Ни хрена ты меня напугала, дичь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ролик. Это ребенок плачет. Блин, какой нахрен ребенок? Он какой-то ребенок телепат, что ли, или что? На. Да тихо ты! На! Тихо! Блин! Так вы меня скорчите, подождите! Да! Подожди. Так. Откуда вас тут выстрелить-то понабрали? Все из-за тебя. Так. Так, подожди, подожди. Подожди, что-нибудь придумаю. Так, подожди, подожди. Военный метательный нож. Императрица. Французский ключ. Разобрать его тебя нахуй. Блин, что за мутанты? Маскируемся. Блин.
используем по-быстрому. Так, все сделал. Так, спуститься сюда я, конечно, раз. Давай. Тихо. Так, подожди. Терпи. Michael, get the fuck out of there and head back to Troy right now. Just leave the detonator. Michael. Michael. Shit. Блин. Так, найди детонатор Майкла. Ой, я уж не помню, как тут проходил-то. Вниз. Куда именно спускаться-то, блин? Через квартиры пройти надо, я точно помню, через какие-то квартиры шел. Вот так. Закроем. Тихо. Давай. Так, наверх-то мне не надо, да? Куда здесь? Давай. Ну давай, 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 давай. Да как так-то, блин? Честно скажу, не понимаю, как вот ты, падла, так не мог схватиться-то. А, вот. Ну хоть, ладно, схватился. Тварина такая. И ты-то мне не помощник. Вниз. Едем за детонатором. Ничего, ничего страшного. Тихо. Ой-ой-ой. Пробежали, и ладно. На. Да тихо ты. Окей. Okay. All right, Michael.
Взял. Куда, куда, куда? Ой. А ты как здесь прошелся-то, блин? Тихо. Вот так. Вот так, где вторая стрела? Нету. Да, нажал и пробел. Маленько не скоординировал ты вообще. Ага. Стой. Так. Хоп. Ох ты, то допрыгнуть не можешь, то перепрыгиваешь нахрен как. Блин, вот. Да, большая недоработка у вас. Ой, ассасин бы давно бы уж прошел здесь. А ты, блин, как калеч какой-то. Кстати, этого мужика схарчили по ходу дела, которому я помогал покинуть здание. Опасный город, опасный. Первая эта часть еще, ой, первая часть города это еще ничего, а второй, ну блин, житья нету. Итак, смотрим подрыв. Та-да-да-дан. Вот так. Красиво. А, типа рожи, то смотрите, два глаза и такой кривой рот. Крейн, мы видим. Отличная работа. Ты выходил на связь, Джейн? Крейн. Крейн, я слышала, что я вижу, что ты сделал. Теперь ты веришь, что я на вашей стороне? Вот же подонки. Так, если ты их прям с нами, Крейн, ты должен взяться. Подожди, ни хрена себе. Я не могу читать, подожди. Блин, где тут? Окей, Джейд, you heard that? Так. We have to meet. Yeah. All right. Meet me in that red building on Emerald Canal. Так. В красном здании у Изумрудного канала, там все и решим. Хорошо, встретиться надо. Так, и будь осторожен. Ну, вроде как немного надо всего-то. Давай. Так. Положи, спуститься в канализацию. Нахрена мне в канализацию? Я хоть не надо мне в канализацию. Уйди оттуда. Мне не надо в канализацию. Мне надо ночь переждать только было. Ё-моё, все в одном месте. Старый город, место встречи, план с поджогом здания не сработал, министерство попросту уничтожило дом. Ну так это мы и сами видели. Так, сколько время? Блин, наступает ночь. А что такое, я даже не знаю. Ой.
Испытание. Свет в конце тоннеля. Доска заката. Спуститься в канализацию. А ничего, что тут где-то... А, может, вот это безопасное? То, что тут ультрафиолет какой-то вот здесь. Считается вроде как безопасным. Или тут еще выше что-то есть? Кто там есть? Где-то груз должен быть. Вот еще, кстати, он закрытый. А, так вот, соседнее здание буквально. Так. Сможете туда уйти все? Тогда можно будет топа пройти потом, если что. Блин. Недостаточно места. Хорошо. Хоп. Так, давай. Выше. Вот так. Открыл. Что тут? Вау, я даже не знаю, что такое, но я это хочу. Так, поварской нож. До свидос. Так, ладушки. Статуэтка. И заходим. О, Джейд. Боже, Джейд. Ой, что будет со скорпионом, если вырвать у него жало? Приходи в музей и узнаешь. Трой, это Крейн. Рай захватил Джейд, забрал ее в какой-то музей. Ты знаешь, что это за музей? Музей, да, Раис устроил там штаб-квартиру. Крейн, не ходи туда, это настоящая крепость. Ты окажешься в ловушке. Это не важно. Нет, для ловушки слишком уж нарочито. Но ведь туда можно проникнуть как-нибудь незаметно. Не знаю, дай подумать. Может, Тарик? Он куратор музея, он должен что-нибудь знать о подземелье под крепостью. Хорошо. Ладно, там есть здание в самом... с садом на крыше. Ты там найдешь Тарика. Так, чтобы посмотреть свой... Так, и слушай, если будет возможность, найди себе новое оружие, оно будет не лишним. Блин. Повышение уровня. Вау. Навыки. Это что у нас? А, вот это что? О, необходимый уровень выживаемости. Так, научитесь делать кошку с ее помощью быстрее и свободно передвигаться, потеряв... Так, потеряв кошку, вы можете получить новую кладовщика. Конечно. Вы можете забрать награду из тайника в убежище или получить у кладовщика. Оп. Кошку. Человек и кошка плачет у окошка. Серый дождик каплет прямо на стекло. К человеку с кошкой едет неотложка. Человеку бедному мозг больной свело. Так. А мне куда надо? О, ничего себе! Сказал я себе. Так, ну если по крыше, допустим, пойти даже, то вот безопасная зона. Так, это получается
Налево. А вот тоже безопасная зона, но на этом все. А здесь безопасная зона, кровать-то хоть есть? Ну, по крайней мере, мне все равно как-нибудь туда надо бы. Так, подожди. Через дверь я уже не выйду. Окошко не открывается, блин. Что за поддос такой? Подожди. Что там, вода? Давай. Блин, блинский. Давай, быстрее. Сейчас размечтался, ага, два раза. Мне сюда. Оп. Ой. Вот так. Тихо, не шумим. Я хоть где? Блин, соседнее здание уже и все. Как туда добраться? О! Опа! Блин. Там кто-то есть. А это человек. Подождите тогда. А где? Чё, рассвет настаёт? Посмотрите-ка, действительно уже утро. Так. О, вонючка идёт. А ну-ка вот смотрите-ка, я могу вот так сделать, так вот. Какой-то ночной выживший. Куда ты убежал, не знаю. Я хочу попробовать пистолет, где он? На... Да вот на, хотя бы вот на это. Поменять и попробовать его в деле. Сколько у него урон-то? 159. А можно это как-то лучше так собрать? Да что-то так, малыш, ты много лает, да не кусает, как бы не так. Малыш наносит зверский урон при попадании в голову. Так, а это что? Любому криминальному боссу нужен наряженный консилер для ведения дела. Это еще и сам по себе угроза, так? Не знаю, так, используй так. По ретро-волнам со своим надежным... Скользите. А, по ретро, короче.
созданное на высокотехнологической фабрике оружие, которое задает новые стандарты для пистолета из-за повышенной скорострельности и возможности стрелять короткими очередями и большого магазина. Этот образец считается бесподобным вариантом для самозащиты в почти любых условиях. Боевой пистолет Вулкан. Так у меня, по-моему, он и есть. Так, на зарю у меня нету. А у меня что? Подавитель. О, смотрите, тихо стреляет. Пойдем. Кстати, подождите, у меня тут, ага, самодельный, так, метательный нож, вот три штуки у меня еще есть. Пока, ой. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю, куда я тут могу уйти. Так, чувствую, что это нецелесообразно, да, здесь устраивать войну сейчас. Так. А чё, нормально, смотрите, разлетается эта головушка. Нормального. И эти там еще никак не угомонятся. Вот вроде бы мне до них и дела нет. Они его гасят. Где ты? Подожди, стой, 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 стой. Блин, чуть не упал. Вот так. Бежит. Да тихо ты. Тихо. Куда ты отсюда денешься-то? На! Уа, взлом! Взломали! Забрали! Сейчас, ага, размечтались. Такие наивные дурачки. Так. Так.
Фух, хорошо-то я пробежался-то. Прибежали. Так. Сможем, сможем забраться выше. Тихо. Тихо. Вот так. Видишь, распоясались. Думаете, управы на вас нет? А вот есть. Тарик? Так. Что тебе надо? У нас нет ничего, только малость еды. Да мне не нужна еда. Не парься, меня прислал Трой. Трой? Слава богу, у меня нервы ни к черту. С тех пор, как я нашел этого мальчика, у него никого не осталось. А я как-то не очень умею заботиться. Я здесь не поэтому. Но Трой обещал кого-то прислать. Мне нужно попасть в музей. Музей? Но Трой говорил, что кто-то придет мне помочь. Она обещала. Тарик, расскажи, как пробраться в музей, а я постараюсь тебе помочь. Окей? Рай захватил музей. Он убьет тебя сразу, как только увидит. Так, значит, надо, чтобы не увидел. Трой говорил, что ты был куратором. И что, если кто-то знает, как попасть в музей, так это ты. У тебя есть акваланг? Нет. Там есть вход с дна изумрудного пруда, но придется долго плыть под водой. Тебе вряд ли хватит дыхания. Вряд ли? Не значит, что обязательно. Так что я попытаюсь. Ого, значит мне придется плыть. А ты, малой, что скажешь? Как ты вообще выжил? Ну-ка, где ты нашел его? Он просто пришел, он говорит редко и рассказывает очень странные вещи, в основном о каком-то Майке. Из вещей при нем был только диктофон. Его дружок Майк, наверное, брат. Парнишка говорит, что оставил его. Он попросил меня сходить за Майком, но я вряд ли справлюсь. С собой его брать слишком опасно, а оставлять его одного я не хочу. Знаешь, где он жил? Улица Долма, дом 11, квартира 2. Ладно, может, и проверю. Возьми диктофон, может пригодится, разберешь, что там произошло. Ой. Так, в погоне за прошлым, сюжет и задание. Да, ну так-то 10 тысяч. Вау, кровать. Удерживайте, ага, сейчас, удерживайте стадион. Кстати, вот это вот я так и не понял, это стрелять, что ли, надо с кем-то соревноваться? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, надо что-то сбавить. Вот топливо, допустим, для, тупо, для пузореза. Так, ну что, скинули, накинули. Поехали. Так. Сюда, сюда. Сейчас пойдем, пойдем, пойдем. Опять. Так, нам сюда. Да иди-ка ты. Темным лесом, темным лесом. Да, уйди. Это какая-то Венеция, блин. Так.
наверх залезть и сделать безопасно. Ага, сейчас. Подожди. Ну залазь, залазь. Че, не залезешь? Ну, я тебя ждать тоже не намерен. Тихо! Пошел отсюда! Вот так. Ой, там как ведьма плачет, как будто бы, да? Подождите. Перезарядим. Оп. Ой-ой-ой. Но один-то плюс все равно есть. Где? А, вот. Ой. Так, где-то что-то еще надо сделать. Да. Да. Вот так. Что здесь есть? Не вижу. Не вижу. Так. Понятно. Подождите. Вот так, открыли. Открыли и зашли. Надо обезопасить эту зону, чтобы я мог жить. Жить, поживать. И всех благов наживать. Блин, только тут воняет, правда. Ну зато смотрите, на окнах решетки. Так, что у меня? Здесь я все собрал. Ждать до вечера. Дверь. С другой стороны, что мне вот здесь сделать? Ванну. Пусть она будет открыта. Хоп! Так. Взлом. Блин. Здравствуй, милая лягушка, сердцу помоги. Вместо денег, вместо власти дайте мне любви. Вот так вот мы открываем сундуки, блин. Находим всякую хрень. Но только не то, что нам необходимо. А
Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, куда нам? Ждет. Ждун. Оп. Тихо. Дебил. Эх ты, упырче. Да подождите, мне некогда с вами. Ребята, мне некогда с вами тусить. Вы должны это понимать. На. Оп. Подожди. Ну ты не хочешь туда, да? Я туда пойду. Блин. Здесь реально только по верху передвигаться. Металлические детали. Это то, что нам здесь дали. И что нас там ждет? Тихо-тихо, вот так. Взломали. Топор, какую-то штуку. Марли или что тут? Берем. Инвентарь заполнен. Берем. Высоковольтный кабель. Был бы он еще действительно нужен, как кабель. Ну что ты беснуешься-то? Ой, пищит, долезет. На! 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 И вот так. А я. Чё ты ничего не делал? О, меня сейчас разбег. Фу. Давай, ползи. А чё ж ты сразу-то не мог-то? Ой. Подожди. Вот я ни на чё на ваше не претендую. Дайте-ка я сменю оружие. Нет. Сначала вот это. На. 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 Нормально, да, разметало? Так, куда? Оп! Ой. Подождите, мне по карте хоть посмотреть надо, куда-то мне. Это мне куда? Это мне сюда, на остров он на тот. Это мне надо как-то спуститься, я не знаю. Опа! Хоп! Поплыли. Фу! Ну все, за мной больше никто не плывет. Блин, вот так вот то ли по водой, то ли по воздуху, через чердак к ним попасть как... Непонятно. Ладно. Кстати, меня мучает один вопрос. На! На! На!
На. Взлом нормально. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Опаньки. Что мы имеем? А мы имеем, ну, какой-то тесак, я не знаю даже. Хрен на тебя, что за... А ты мне сильно ли нужен? Я даже многими здесь еще не пользовался. Так вот, перминский серп, конечно, так, императрица. Да вроде пока не нужен. Так. Так, назад. А вот улучшить. Так. Что, обращение, так. Ва! Давайте урон еще добавим. А здесь добавим еще. И вот так вот. Да нет, мы вот уже решили. Да. Я не понял. Улучшить. Ну. Ага. Наверное, улучшили. Ладно. Давайте поплывем. Где-то здесь надо нырять сейчас. Так, подыши, подыши. Куда тут надо будет нам? Давай вот сюда, вот. Вот он, туннель-то. А быстрее умеешь плавать? Ой. Дыши. Так. Нормально. Это как-то по-другому, да, надо выплывать или что? Ладно, не суть это. Что ж, я думаю, на этом подзакончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Мы увидимся уже только в следующей серии. Будем здесь крошить. Пока!